Всем привет. Сейчас поищем. Вышел вот мод Растельмаш Дон. Еще один. Хотя уже есть доны. Хорошие такие моды. Но этот я не знаю. Но тут идет уном и с накопителем. Одна только, правда, жатка идет. Это плохо. Нету дополнительных жаток. Такого аппарат. Давайте залезем в этот аппарат. Открывается салончик такой. Простенький. Вот двигатель идет. Ничего не анимировано. Блин, такой коптит, как будто он масло хавает. Открывается бункер у него. Сейчас проверим насчет анимации. Купного нету, чтоб тележки тягать. Ну, короче, ребят, вроде анимировано. Эти все крутятся, вроде анимированные. Тоже и этот не вроде бы. Но при высыпаться, ребята, вроде все не мило, но свет даже есть. Ну что-то лампочка есть сзади, но она чуть не горит. Вентилятор. Воздушный фильтр. Нажатки тоже все вертится, видите? Там, ребят, вот так трактор такой, или нормально. Ну что, ребят, проверим его в работе. Все, ребят, забрались мы до поля, наконец-то доехал. Тут сколько болот, еле доехал, ребят. Все, открываем мы бункер, ставим комбайн. Пошел у нас коситься пшеница, ребят. Все. Опа, работает, вроде косит, солома сыпется. Нормально, сумки наполняются. Опять работничка. Мы сейчас, ребят, подъедем. Вот как у нас высыпает. Надо аккуратно объезжать, потому что тут такое болото, тут можно засесть. Ну, комбайн не сядет, нам просто, видите, проехали. Сейчас наш товарищ разворачивается. Проверим, как тут у нас работает разгрузочка. Ребят, дон комбайн уже два штуки есть. Нет, мне как насчет этого, мне комбайн как комбайн, но то же самое, нету жаток. Должны быть зерновые, не зерновые, а цей. На подсолнух, на кукурузу, только одна жалка зерновая. Вот это поганенько, блин. Так, ну что, ребят, проверяем разгрузочку. Сыпет хорошо. Тоже разгрузка у него есть. Я виноватый. Работает комбайн. По мне комбайн норм.
Ребят, у нас тут получается конец карты, ребята. Все, ребят. Комбайн работает, это у нас тут пшеница. На этом все, ребят. Ссылочка на мод я оставлю в описании. Всем спасибо, всем пока и до встречи.